Вот гобелен, который вот туда. Это называется что-то с «Двое слуг несут вождя». Подарил Павлу первым, Павлу первому подарил Людовик XVI, как бы король Франции. В тот момент, когда Павел путешествовал с Марией Федоровной. 1 метр сколько ткался? Да, 1 квадратный метр ткался около года. Вот эти ковры, вот, ну, гобелены на тот момент, они считались жутко дорогими. Они даже в продажу не поступали, разумеется. И это считался только подарочный вариант первых носов. И вот этот вот зебра, что-то я не помню. Мы находимся а что мы здесь делаем? В Гатчинском дворце Павла I. Императора. Да. И сегодня здесь идет замечательное мероприятие, но мы не скажем какое, но оно замечательное. Трон, ребята, да. И мы ходим, смотрим на экскурсии. Вообще, друзья мои, вам надо посетить это место. Замечательно. Посмотри, как жили цари.